Встреча неформальной обстановки в Восходе. С КСП «Диалог» Сергея Морозова связывает давняя дружба. На встрече также присутствовал министр культуры Евгения Сидорова, которая рассказала об активном участии в этом году творческих коллективов Димитровграда в культурных мероприятиях регионального и всероссийского уровней. Для КСП «Диалог» год юбилейный. Самому клубу 35 лет, а его ансамблю «Баумана» 33-15. Губернатор отметил, что «Диалог» – это лучший пример творческой площадки, где талантливые люди выражают себя, находят единомышленников. И сейчас, когда с открытием радиологического центра в город приедет много интеллигенции, как когда-то в НИАР, очень важно развитие досуговой деятельности. У нас всегда, так сказать, возникает перед глазами замечательное огромное количество в то время концертов, самодеятельных песен. Да. Выступлений поэтов, значит, масса других таких очень интересных, без фальши, отношений между творческой интеллигенцией и там, интеллигенцией, которая занимается вот такими большими гигантскими проектами, связанными с развитием. Бессменный руководитель КСП «Диалог» Татьяна Кожевникова рассказала, что в планах проведения конкурсов среди школьников и студентов. Содействие окажет муниципалитет, заверил исполняющий обязанности главы города Алексей Гадальшин. Для сохранения и развития бардовского движения нужна талантливая молодежь. И, конечно, на встрече не обошлось без песни. Дави, не мешай надеяться, вали на меня. В этот день ансамбль «Баумана-33» давал концерт на сцене «Восхода». Перед началом губернатор вручил руководителю коллектива Сергею Зимину благодарственное письмо. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.